Остановка «Цирк» – цирковая тема и в оформлении нового остановочного павильона. Это попытка совместить полезное с прекрасным, функциональность с дизайном. Перед разработчиками стояла задача сделать остановки приятными для глаза, но в первую очередь прочными, просторными и вместительными. Горожане преимущества новых конструкций перед старыми замечают. Крыша в этой остановке прозрачная, когда снега нет, светло на остановке, и боковые панели, они нет ветра, нет дождя бокового, нет снега. Остановочный комплекс современного типа, мы уже подходим, я думаю, к европейским стандартам. Европейские стандарты предусматривают и удобную навигацию. Так, на всех новых остановках размещены схемы движения общественного транспорта. Можно посмотреть, где сделать пересадку. Названия остановок продублированы латиницей. Рядом указано направление движения. Информативность – неотъемлемая часть современной дорожной инфраструктуры, отмечает доцент кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство ПГТУ Михаил Якимов. Но помимо этого, радует, что остановки вписаны в городское пространство. Стильно получилось. Действительно, должна быть идея какая-то, идея прослеживается. Действительно, как какой-то знаковый элемент города определяет не только там какие-то функциональные возможности, но еще и стиль города. Кстати, скоротать время ожидания транспорта теперь можно с пользой. Узнать имя автора и название той художественной работы, которая использована в оформлении остановки. Дизайнерские павильоны уже появились на основных магистралях Перми. Всего в городе будет 91 остановка нового образца. Елена Закирова, Александр Аксенов, телевизионная служба новостей.